Здравствуйте, уважаемая аудитория канала «Объективный уголок», как подписчики, так и те, кто к ним еще не присоединился. Кстати, да, присоединяйтесь, чем больше вас, тем лучше нам. YouTube, как говорится, все видит. Ну, а у нас сегодня распаковка. И если в паре посылок я знаю, что лежит примерно, то еще один мешок является для меня некоторым сюрпризом. Совершенно не помню, что там должно быть, но вес в 2 килограмма намекает, что что-то интересное и много. На заднем плане прошелся ассистент, задача которого проверить пришедшие посылочки на предмет чего-то съестного. Главным образом съестного для него. Ну, а мы будем действовать канцелярским ножом, чтобы выяснить на практике, что же тут все-таки есть. Итак, посылка номер один. Объектив ОКС 1.35.1. На мой взгляд, в состоянии просто-напросто отличном. Диафрагмочка. Линзочки. И даже задняя линза в порядке. Есть по краю какие-то небольшие следы, но скорее всего это просочилось масло. Я попробую его стереть уже за кадром какими-то аккуратными жидкостями. Самое главное, что нет больших царапин. Я, собственно, вообще царапин не вижу. А все благодаря металлической крышечке. Металлические крышки в таких случаях — это большая-большая редкость. А тем не менее, для объективов подобного вида металлические крышки и крышки вообще — дело крайне нужное, потому что задняя линза сильно выступает назад и фактически без крышки ничем ровным счетом не защищена. Соответственно, если задней крышки нет и объектив ставится передней линзой вверх, задняя получает повреждение. Собственно говоря, по этой причине РО-56, УКС 1.35.1, 1.8.35.1, Гелиос 33, вроде бы, я не помню. В общем, среди 35-ок очень много тех объективов, у которых вот именно такая вот компоновка с выступающей задней линзой. И среди них очень много поврежденных. Номер 2. Здесь у нас Endostar 50 на роль донора механизма фокусировки. Два переходничка — это лично мне. И ОКС 1.22.1. Так. В отличном состоянии. Экземплярчик 88 года. Крышечки. Все отлично. ОКС 1.22.1 не редкость на канале, да и в личной практике тоже не редкость. Но крайний раз, когда я их собирал, еще не было освоено нарезание резьбы. И приходилось делать довольно много лишних телодвижений. Например, сращивать оригинальное кольцо установки диафрагмы с какой-то деталью. Приходилось отдельно наращивать резьбу для светофильтров, используя, опять же, какую-то стороннюю запчасть. Теперь же автор попробует реализовать новые подходы к адаптации и вместо множества мелких ненужных действий сделает сразу максимально сложные, максимально соответствующие размерам и требованиям детали. Кроме только что распакованного объектива,
скорее всего, будет готовиться еще один или два экземпляра, которые можно будет найти после в группе «Объективный уголок». Посылка номер 3. Представляет из себя внушительного размера мешок. В мешке некая коробочка. И сейчас будем ее доставать и смотреть, что там. Пломба Татарстан 2. 423-823. Судя по всему, индекс отделения. Я понял, что здесь есть. Здесь у нас 4 объектива Индустар 69 с задними крышками. Объективы Индустар 69 нередко упакованы в чехол и имеют довольно массивную, крайне надежную, я бы даже так сказал, невероятно сложную заднюю крышку. Ну, конечно же, невероятно сложную по меркам и в сравнении с другими задними крышками объектива. Вот. Но обычно задняя крышечка объектива что из себя представляет? Кусочек пластика, ну, либо кусочек металла. Вот, а здесь, как говорится, задней крышкой объектива можно даже фотографировать, если, конечно, она исправна. Значит, что с объективами? Объективы я подготовлю для работы на цифровых камерах, для чего будет подрезан немного корпус. Соответственно, еще и немножечко сокращу МДФ за счет удаления одного из ограничителей фокусировки. В общем, все как обычно. Касаемо чаек. Среди всех чаек наблюдаю один экземпляр с латиницей. Я сейчас его держу, собственно говоря. И 3 экземпляра с русским написанием. Кириллицей чайка 2. Мне, по сути, эти аппараты не нужны. Если у вас есть в них интерес, как говорится, еще не поздно, скорее всего, еще не поздно, мне об этом написать и договориться о передаче данной фототехники вам. Ну, мало ли, вдруг вы занимаетесь ремонтом этих аппаратов, коллекционированием, вдруг среди показанных есть какая-то редкая версия, не знаю, я не сильно разбираюсь в таких нюансах, и вам вот кто-то из них прям вот особо остро нужен. Ну, а если в течение дней 5-6 с выхода ролика никто не проявит интерес, как говорится, ничего личного. Но, скорее всего, данные аппараты пойдут в разбор на винтики. Винтики вещь дефицитная, особенно здесь, я посмотрю, есть вполне эстетичные шляпочки. Вот, например, вот тут, на замке задней крышки. Очень классные полированные белые винтики. Таких мне в хозяйстве вечно не хватает. Вот еще, например. И такие винты, они действительно очень хорошо оживляют дизайн объективов. И по возможности их использовать, если есть что использовать, то, конечно же, их использую. Ну а если, что еще лучше, у вас есть интерес непосредственно к индустарам 69 или к ОКС-1221, то я буду еще более этому рад и буду еще более ждать вас в личной переписке ВКонтакте либо в директе в Инстаграм. На этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. Увидимся на канале «Объективный уголок». И, вероятно, в следующем выйдет некий велобложек.